Мы живем все-таки в северном городе, и мы должны, по большому счету, до октября месяца выполнить все работы. Поэтому придется очень серьезно проработать. И мы для этого как раз хотим создать проектную группу, в которую как раз войдут специалисты из 4 департаментов, для того, чтобы мы могли координировать все наши действия.